Когда я была маленькая, школьные принадлежности имели огромное значение. И когда я училась в школе, у меня был прекрасный ранец с катафотами, у меня были душистые ластики, пахучие ручки. И самое главное, это пенал с кнопками. Когда я пошел в школу, мне в детском саду подарили красный, красивый, глянцевый ранец. Очень большой, очень симпатичный. Все шли с сумками, но какими-то такими темными, синими, коричневыми. А у меня был красивый красный глянцевый ранец. Я был очень счастлив. Когда я учился в школе, у меня были черные кеды. Мне всегда хотелось белые. Мне их так и не купили. Я, когда училась в школе, очень любила наклейки. У меня была целая коллекция наклеек, такой большой пакет. Я их наклеивала на тетрадки, на портфель, на обложки от книг. И еще мы с одноклассниками все время наклейками менялись. В то время, когда я ходил в школу, возникла мода на так называемые холщовые сумки. Назывались они нищенками, либо холщовками. И ученики старших классов, вместо того, чтобы ходить с ранцами и портфелями, они ходили с холщовками. А у меня в школе был рюкзак с Дартом Вейдером. Когда я был маленький, я очень сильно не любил детский сад. 1 сентября для меня было просто чем-то настолько долгожданным и приятным, что очень хотелось это быстрее приблизить. И мне купили красивый ранец. У меня был пенал с ручками, с тетрадками, там, с карандашами. И вот когда я пришел первый раз в школу, я этот момент помню, запомнил всю жизнь. Я все это разложил на столе и стал внимательно слушать учителя. В общем, у нас было все. Красные рюкзаки и ароматные ластики. И красивые тетради, и волшебные пеналы с кнопочками. И теперь мы вместе с фондом созидания собираем в школу детей из малоимущих семей. Поддержите наш проект.